смотрите. Вот, вот Никита идет. А у нас появилось. Как тебя зовут? Маша. А сколько тебе лет? 11. А где ты живешь? В каком городе? Харьков. А сейчас где живешь? Сейчас пока что в метро. Понятно. А расскажи, пожалуйста, про свой рисунок. Что здесь нарисовано? Ночь. А, окей. Обычная ночь. А когда ты нарисовала? Недавно. И почему ты нарисовала именно этот рисунок? Я не знаю. Просто захотела. Меня зовут Даня, мне 11 лет. Ну, я хотела показать, что в мире должно быть все хорошо. Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Это сейчас время, это после войны. Но у нас было задание такое в школе Репина. Как тебя зовут? Никита. Сколько тебе лет? Шесть. Где ты живешь? В Харькове. Сейчас проживаешь в метро? Да. Что у тебя нарисовано? Танк. Какой? Наш украинский танк? Украинский танк. Который сейчас нас защищает? Да. Умничка.
Как тебя зовут? Катя. Сколько тебе лет? 10. А из какого ты города? Из города Харьков. А где ты сейчас живешь? В метро. А расскажи, пожалуйста, про свой рисунок. Ну, я нарисовала такой рисунок, потому что я украинка, и я этим пышаюсь. У тебя есть еще рисунки? Да. Покажи, пожалуйста. Ой. Про какой ты рисунок еще хочешь рассказать? Я могу про этот. Давай. Я нарисовала котика, потому что мне очень это нравится. И это мило и прикольно. Здравствуйте, меня зовут Алина. Я из города Харькова. Когда началась война, мы спустились в метро. Я решила нарисовать сердце Украины, потому что она живая и у нее болит сердце. Эта надпись означает, что я против войны. Я хочу ходить в школу, как нормальные дети. Я хочу гулять. Я хочу, чтобы у меня было нормальное детство. Мирная радуга после окончания войны с облачками рассеивается над странами мира. Тут летают птички с ветками, приносящие мир. Здравствуйте, меня зовут Николь. Я из города Харьков. Это мой рисунок. Когда мы с начала войны спустились с семьей в Грузию. Я очень люблю рисовать, поэтому этот рисунок был предоставлен в Европу. Здесь нарисован зайчик, который ждет мира в Украине и хочет вернуться домой. Мир в Украине. Как тебя зовут? Меня Никита. А ты где живешь? На Галина Никитина. В городе Харьков? Да. Да? Не волнуйся. У тебя классный рисунок получился. А ты когда его рисовал, ты о чем думал? Чтобы наши украинцы победили. Да? И поэтому ты для наших военных нарисовал танк? Да. Да? Здорово. Ты очень, у тебя очень классный получился рисунок. Спасибо тебе большое. Пошел, да? Привет, тебя как зовут? Богдан. А сколько тебе лет? 9. 9? Это твоя картина? Это ты нарисовал? С папой я нарисовал. Здорово. А что ты на ней изобразил? Наше метро. А что это, палатки там, да? Да. А как так получилось, что вы оказались в метро? Из-за войны мы все спустились в бомбоубежище. И вот я с папой решил нарисовать метро. Очень красивая картина. Спасибо. Еще я нарисовал картину вот такие вот цветы. У нас в Харькове очень много красивых парков, и когда закончится война, мы опять посадим очень красивые и разноцветные цветы.
Меня зовут Мила. Я сегодня нарисовала рисунок самой работе Харькова. Вот тут это черепаха. Вот тут бомба, вот тут крой. Вот тут солнце, а вот тут ладога. Еще ладога. И дождь. И точки потом. Потом бабочка. Потом еще цветочки. Это вся моя лучшая работа. Потому на всех кукаристы. Я всех очень люблю, всех спасаю. Кроме этого, сегодня то все света не заболели очень. Ну, ко сегодня я все радовала, то не было войны еще. Ну, потому на всех была война началась, потому на НАТО всех, ну, то все полетели очень. И война будет никакая.